Наша задача сегодня показать вам, что Москва на сегодняшний день, вообще вся наша огромная система, это гигантская корпорация, с нашей точки зрения, одна из самых интересных в нашей стране, и один из самых интересных работодателей, который предоставляет очень много возможностей. Когда я пришла в правительство, разница в возрасте с теми чиновниками, которые там работали, у меня была колоссальная, 25-30 лет. И они считали, что то, чем мы собираемся заниматься, это просто неважно, несущественно. И эти чиновники знают гораздо лучше о том, как должен жить житель города, чем сам житель города. Вот этот стереотип с новой командой мэра, конечно, он был сломлен. Сейчас я являюсь куратором программы стажировки. Собственно, получается, именно в этой системе я прошла путь от стажера до куратора программы. Если вы придете к нам на стажировку, будем с вами взаимодействовать, работать вместе. Мы абсолютно открыты, нам можно задавать вопросы, можно находить в социальных сетях.